Здравствуйте. В эфире программа «Разговор по душам». Программа о психологии, об отношениях, о чувствах, эмоциях и о различных сложностях, с которыми сталкиваемся мы, люди. С вами ведущая этой телепрограммы Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Слушал сейчас ваш маленький комментарий, о чем наша передача. Я подумал, что, наверное, все-таки о людях в первую очередь. Которые, а не о сложностях. Которые внутри, ну, я имею в виду, которые внутри себя, так, если коряво высказаться, носят психику, но являются носителями психики. Вот, и мы с вами как-то, это так, пометка, не задел просто, мы как-то с вами, у нас название «Разговоры о душе», а говорим мы о психике. Душа и психика, вот, мы начинали с вами говорить, не всегда стоит их уравнивать. Синонимы, да? Да, не всегда это синонимы, да. Ну да, мы попробуем очередной раз сегодня поговорить о чем-то, что уже произошло. Ну, такая, может быть, будет затравка. Продолжим, наверное, прошлую тему общения внутри семьи, между членами семьи. Вот. И если вы смотрели запись в соцсетях, то мы прошлую передачу, мы всегда передачу постфактум называем, то есть сначала случается разговор, а потом его название, потому что мы заранее не знаем, к чему мы вырулим, мы договариваемся не о финале, не о выходе, скорее, а о входе в передачу, да, о чем мы могли бы начать говорить. Угу. Вот, и наш разговор мы обозначили так, чья очередь, ну, что-то типа того, чья очередь лечиться, чья очередь быть пациентам. Это, с одной стороны, шутливая. Ну, кто не видел, посмотрите прошлую передачу, она есть. Ну, может быть, краткий обзор стоит сделать? Да, я думаю, может быть, сегодня мы какие-то вещи повторим. Mm-hmm. Вот. Речь идет о том, что семья, вольно или невольно, неважно, из какого числа людей она состоит, участников, она очень часто, ну, возьмем в кавычки это слово, договаривается о том, кто будет пациентом внутри. Ну, кто сошел с ума или кто не совсем здоров в таком эмоциональном плане или в психическом плане. Ну, есть этому особые определенные названия. Ну, как вариант, например, выделенный пациент. Да? То есть вот целая система со всеми ее какими-то нюансами решает, что, в кавычках опять же, решает, да, что самый нездоровый элемент у нас, там, ребенок, например, или мама, или папа. Я себя поймала на мысли, когда вы начали об этом говорить. Думаю, интересно, мне как-то в прошлой нашей программе эта мысль не была такой очевидной. Домашние животные, собаки, кошки, они же тоже как-то вписаны в эту семейную систему. И я вспомнила, что буквально несколько месяцев назад обращалась к дрессировщикам и говорила: вы знаете, вот моя собака достаточно взрослая, но она начала сходить с ума, потому что наша система изменилась. Да, там кто-то уехал учиться, еще как-то. Вот собака начала сходить с ума. Помогите, что делать? И тоже мне пришлось с собой вопросы решать. Быть в чем-то последовательной, задумываться, а как я, чем вкладываюсь в то, что вот собака начала вести себя по-другому. Или что мне нужно сделать, чтобы она снова в свое какое-то нормальное собачье русло вернулась. Ну, это хороший пример, Елена, но при этом, я думаю, может быть, для части телезрителей это покажется очень серьезным искажением и допущением, потому что говорить о том, что люди, ну, в кавычках, в бытовом смысле, сходят с ума, да, то есть как-то начинают меняться, это еще приемлемо, но говорить о собаках, о птичках, о кошках, ну, для некоторых людей это, ну, не очень пока укладывается, да, то есть, говоря другими словами, не всегда получается в единую систему собрать всех людей, которые живут внутри семьи, а еще представить, что в эту систему включены домашние животные, рыбки, я не знаю, там, растения и так далее, но тут можно далеко уйти, да, на это нужно определенное
усилий, я так думаю. Но, в принципе, эта идея очень интересная. Допущение, да? То есть как мне допустить хотя бы вот это предположение, что все может быть частью вот общих каких-то процессов? Ну, конечно, цветы, да. Вот вы сказали про цветы. Цветы не растут. Елена, но тут с одной стороны допущение, а с другой стороны сразу возникает, это у нас с вами разговор на полях, вот от нашей генеральной линии сейчас возник, да? С одной стороны это допущение может быть легко, а с ввести, да? С другой стороны сразу возникает вопрос, а где мы остановимся? То есть мы остановимся на цветах, или мы остановимся на обоях, или мы остановимся на новых покупках? Что считать системой? Только ли семейной, только ли живых существ, только ли живых людей, потому что ведь мертвых людей тоже можно в эту систему включить, да, портрет бабушки или дедушки, или бабушки и дедушки, или там прабабушки, прадедушки, висящие в квартире, или иных родственников, это же тоже присутствие. Алексей, они вписаны в систему умершие родственники? Безусловно, то есть я как раз об этом говорю, это могут быть не родственники, это могут быть другие фотографии других людей, да, ну, киноактеров, как это раньше было, сейчас, может быть, еще чьи-то фотографии, да, то есть не всегда всерьез до этого доходит разговор о том, чтобы поговорить, а кто еще присутствует, зримо или незримо в жизни вашей семьи, кто еще присутствует, ну, крестная наша, например, присутствует, да, не всегда люди об этом думают, но когда вопрос задается, он и может получить ответ. Так вот, возвращаясь, семья в некотором смысле договаривается. Не всегда так, я тут тоже хочу сделать оговорку, я сейчас не... У нас звонок, Алексей. А, ну хорошо, да. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Елена. Я вам уже звонила, так сказать. Добрый. Да, добрый вечер. Вы меня помните, знаете, все, мне там такой вопрос. Я, может быть, уже не по теме, может быть. Задавайте. Ну, такой вопрос. Ну, в смысле, ситуация такая. Значит, у меня есть родственники, дружили 25 лет. Вот буквально недавно, 25 лет, как мы познакомились. И вы знаете, вот такая ситуация сложилась. Вроде бы не ругались, ничего. Не сказали, он мне как-то позвонил, несколько назад, хотел ко мне попросить массаж, а я была на работе, я была снята. А пришел прийти на работу, придя домой, я после заключения, я обнаружила, что у меня не закрываются входные двери. Я могла, не могла оставить квартиру открытой. Я ему стала звонить, мне нужна была срочно его помощь. А телефоны были выключены у него, я не могла ему дозвониться. А сегодня, да, я очень переживала, думаю, может быть, то есть у меня была такая внутренняя обида какая-то у него. А потом я начала как-то видеть немножко, может быть, да, что не виновата перед ним, так что он телефон отключил. А потом у меня одна женщина сказала, что у меня будет черный список, поэтому не захотел мне отвечать. А на сегодня ночью мне список слов. Вот он мне говорит, ты виновата, в общем, во всем. В общем, он стал меня в том-то обвинять, сказал в этом тем, что он мне больше не будет ничего помогать, и, но мне с помощью другого не нуждается. Вот. И я даже написала ему сообщение сегодня в WhatsApp, попросила прощения, потому что если я в чем был повинна перед тобой, прости меня великодушно, ответа не последовало. Так вот, может быть, в этой ситуации действительно какое-то чувство вины, я даже не знаю, как правильно вопрос задать. Но я бы спросила чувство вины. С одной стороны, как-то мне обидно, что человек меня выпустил телефон, когда мне срочно нужна была его помощь. А с другой стороны, вот в моем сне он ему сказал, что я виновата перед ним. Чего я, правда, сама не знаю. И вот я как-то расстанусь. Может быть, это мои какие-то внутренние соображения, кроме полицейских, что мы не так это вообще понять. И виновата ли я вообще в том либо, и почему он выключил телефон, я вообще не знаю, честно говоря. Не могу понять. Вот. Но ну, какое-то чувство вины, видимо, перед ним я испытываю. Я не знаю, как это объяснить, и вообще, что вообще вот, может означать, вот, то, что я в ответ скажу, то, что нас... Угу.
Елена, а в чем вы виноваты, может быть, ну, ваши какие-то предположения? Я не понимаю, что он говорит. Я даже не поняла, что я могу быть переименована. Он мне позвонил, я была на работе. Я не знаю, я была не знаю. Ну и все, я так это все поняла, что у меня замотана, замотана, замотана. Ну, так это все, что мне еще ответил. Так, хватит, болтать, давай, еще раз мне перехватить, болтать. Ну, и все. А вечером я пришла, обнаружила, что у меня все большое проблемы. Я, правда, из этой ситуации вышла, то есть я буду за все свободу. Но дело в том, что, да, у него все телефоны выключены, а вот в моем сне он его обвинял, я даже не поняла, что я, конечно, очень переживаю, что не знаю, что это будет. Да, Елена, мы еще раз сейчас услышали вкратце эту историю, которую вы в первый раз рассказали, но если вернуться, думаете ли вы, может быть, мне показалось так, думаете ли вы, что вы виноваты в том, что вы не ответили на его первый звонок, ну, не так ответили, как хотели. У вас были свои основания ответить так, как ответить, но есть ли у вас фантазия о том, что ему это не понравилось? Я не знаю, что думать. Я ему сказала, вот я вечером буду дома, приезжай вечером. Я у меня просто я 20 физически на работу. И не доедет там не на работу. Но он сказал, мне будет нет это потом. Ну вот мы так поговорили, мы действительно верно поговорили, все было хорошо. А потом, когда я стала ему звонить, телефоны были выключены. И сегодня я ему написала сообщение в WhatsApp, и он на него тоже не ответил. А в моем сне он сказал, что я перед ним Да, Елен, а если можно, хотя бы в двух словах о том, ну, как вы общались эти 25 лет, ну, то, что можно рассказать, чтобы было понятен нам и, может быть, тем, кто слушает нас, был понятен контекст ваших отношений. Мы очень дружно общались, очень хорошо общались. Он даже больше, чем брат мне. Он меня всегда как-то помогал, всегда. Если он не мог, допустим, помочь, ее секунду, он хотя бы не получил, он хотя бы взял. Мне были выключены телефоны, нет, мы общались очень хорошо. Елена, а почему так быстро о забвении? Ну, буквально сегодня, вчера все произошло. Почему так быстро? Ну, не знаю, неделю назад, потому что мне была нужна помощь, а он выключил телефон. Нет, я понимаю, ну, я прошу прощения, я понимаю, ну, обидно, может быть, вам и так далее. Ну, и пока ситуация непонятная, да? То есть, да, какая-то тревога, может быть, неопределенность. Да, ну, мало ли, что там с ним случилось, со связью, я не знаю. Почему так быстро о забвении? Хорошо. Угу. Да, спасибо. Елена, может, у вас вопрос какой-то есть?
Ну, мне интересно стало, за эти 25 лет были ли у вас ссоры? То есть это действительно первый случай или были какие-то моменты недопонимания, может быть, даже обид? Ну, бывало, ну, не крайне редко, очень редко. Ну, так, чтобы какая-то у меня возникла ситуация, такой просьба о помощи, чтобы вот так были выключены телефоны, и чтобы вот так не ответили, по поводу ни разу еще не было, ну, конечно. А ссориться, ну, кто сейчас не ссорится в этой жизни? По-моему, все ссорятся, все не было не понимали. Ну, мы очень редко ссорились. Я даже и не припомнила, если честно. Чтобы мы так крупно ссорились, я не припомнила. Ну, бывало, конечно, как и все. Часто бывает, конечно. Ну, вот, не знаю, может быть. А может быть, вот еще, Елена, вы сказали, что он, с одной стороны, заблокировал и не взял телефон, а с другой стороны, вы узнали, что он внес вас в черный список, то есть это... Предположение было. Ну, предположение, да, предположение. Да, вот да, вы для себя как-то понимаете или чувствуете, что вас больше задевает, что он просто отключил телефон или именно внесение в черный список? Ну, предполагаемое. Я не знаю, что думать. Я просто с ним не разговаривала, я ему не писала сообщений сегодня, но ответ я не услышала. Вот. Я просто говорила, что вот сон мне сегодня приснился, вот такой беспокойный сон. И как-то по сну я поняла, что с одной стороны мне было обидно. Почему? Потому что мне, незрячему человеку, пришлось вызывать совершенно вторую себе квартиру. Я рисковала, что уже я не знала, что со мной придет. У меня не закрывалась одна из дверей, иначе на работу уходя оставлять открытый квартиру. Я позвонила, хотела просто попросить, чтобы он, если не сам за кого-то бы мне прислал, или как-то что-то организовать вот это все. У меня была просто вот безвыходная ситуация. А здесь я услышала, выключено, недоступно, и все. Вот пришлось просто рисковать. В своей жизни, ну, слава Богу, как собственно помог, слава Богу, да, все еще есть в этой жизни добрые люди, которые пришли на помощь его, и очень хорошо, слава Богу, все разрешилось. Ну, сначала была какая-то обида, а потом я уже просто какое-то чувство вины. Значит, может быть, я обидела, ничего не виновата, что он просто решил выключить телефон. Поэтому я не знаю, меня с одной стороны, и хочется его и забыть совсем, потому что, ну, не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Наверное, не может быть, если он ее придумал, эту дружбу. Тем более человек парень, однократно говорит, что меня не бросит, что всегда мне будет помогать, помогать действительно там, то фото через него, кого-то будет просить, у меня помочь ей карты. То есть бывают ситуации, когда действительно любому человеку нужна помощь, любому человеку, согласитесь. Вот. Бывает такое, ну вот получилось так, как получилось. А вот когда сегодня этот сон увидел, я поняла, может быть, я действительно чем полезно перейти. Я ему написала сообщение, я ему написала, вот если я всем перед тобой виновата, прости меня, велика, что я может быть, виновата в чем-то. Ну, может быть, виновата в том, что я бесконечно, ну, не каждый день, не часто. Может быть, то, что я его прошу, там, где-то что-то меня, не часто полезно. Ну, бывают ситуации, когда приходится обращаться за помощью, приходится, ну, так вот получается. Елена, да, спасибо вам, да, спасибо за звонок. Я так немножко вас прерву, потому что, ну, наверное, нам и ответить нужно. Я думаю, что вы ради этого ведь позвонили. Мы, с одной стороны, спровоцировали ваши пояснения, комментарии. Ну, вот я думаю, что нам здесь в диалоге стоит остановиться. Может быть, мы сейчас что-то проговорим, если время осталось. А если что-то будет еще важное, вы нам обязательно позвоните, мы продолжим. Может быть, Елена, да? Вопрос еще раз сформулируете, который вы хотели задать Алексею? Вопрос, наверное, в том, что, может быть, в этой сложившейся ситуации есть какая-то моя вина, что вынужден даже был выключить телефон и не отвечать. Может, действительно я перед ним в чем-то виновата вообще? Или вот то, что вот судя по слуху своему, или вот этот... что было с моим светом здесь.
Вот он сказал, что в моем семье. Может быть, и это мои, скажем так, дарбасы. Я не знаю, что мне делать. Угу. Хорошо, я спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо. Угу. Такая очень эмоциональная история от Елены. На сколько времени, Елена, на ответ, по вашим прикидкам? Минут 10. Минут 10. Ну, так, чтобы сориентироваться. Много чего можно сказать. Я попробую отделить одно от другого. Ну, во-первых, коротко, с разговором Елены примерно то же самое происходит, что происходит с любым обращением. То есть сначала Елена спросила, ну, задала вроде бы какой-то конкретный вопрос. Говорю «вроде бы», потому что вам потребовалось этот вопрос еще раз прояснять. И по большому счету я не ожидал и не думаю, что, может быть, сама Елена довольна тем, как она сформулирована. Сформулировала вопрос. Что я имею в виду? Вопрос пока не сформулирован, или их очень много, этих вопросов. И отчасти поэтому и нет ответа на этот вопрос. Ну, на те вопросы, которые ставятся. Я хочу сказать, что Елена, может быть, позвонила отчасти в том, что, не только в том, чтобы услышать наш ответ, но еще и в том, чтобы мы помогли сформулировать ей вопрос. А как мы могли помочь ей сформулировать? Дальше показал разговор. Это такие психотерапевтические круги, если можно так сказать. Она один раз рассказывает свою историю, мы ее выслушиваем с вами и задаем какие-то поясняющие, как кажется, вопросы по поводу этой истории. Круг становится шире, да? Появляется там 25 лет, отношения и так далее. Да? Потом круг еще раз шире становится, еще шире. И тут, в общем, с одной стороны, существует соблазн все время этот круг расширять и видеть какие-то детали в надежде, что все само как-то сложится или появятся какие-то зацепки. А, ну вот вы это что-то сделали, да, и вот поэтому этот мужчина так себя повел. Но в этом можно закопаться, задавая бесконечное количество вопросов. Мне кажется, Елена, так как это вот такие горячие события, свежие, очень эмоционально переживает вот эту непонятную ситуацию, и когда эмоции захлестывают, очень сложно, мне кажется, сформулировать, ну, очень четко, с пониманием тот вопрос, который вот он на самом деле где-то поэтому, внутри когда, есть. Поэтому, когда вы Елену спросили о том, какой все-таки вопрос формулируйте, я не сильно ждал, ну, так вот, хорошо и четко сформулированный вопрос. Скорее, вы ответили Елене, возможно, нужно откликнуться на ее эмоции, ну, вот такие кипящие, да. Немножко, может быть, если бы это был психотерапевтический сеанс, ну, попробовать их так притушить, да, то есть эту тревогу, это волнение, это желание, может быть, сразу, может быть, нарубить дров, да, ну, то есть я пойду, забуду, да, еще что-то сделаю. Да, но при этом, как я тоже вот, ну, услышала, да, своими, возможно, чувствами какими-то, когда ссоришься с людьми, хочется прояснить ситуацию, да, как-то расставить все точки над «и». Там, ну, не буду говорить, что там назначить виноватого, но как-то из этой ситуации напряжение выйти. Но в данном моменте другая сторона вот в такую немоту ушла. То есть там молчание полное, какая-то блокировка. И хоть где-то выяснить, вот, да, где-то, где это может, эту тревогу, это напряжение можно снять. И вот, Елена, парадокс очень часто в том, что, на мой взгляд, в том, что даже когда человек доступен и с ним можно поговорить, прояснить что-то не представляется возможным. И выяснение конфликтных сторон превращается в ор, крик и, ну, выливание эмоций, да, кипящий такой бульон. Выяснить у людей получается не в одном разговоре, и очень часто, когда все это эмоции немножко утихли, потому что когда эмоции на высоте, люди скорее наговаривают друг другу того, что потом станет причиной разбирательств. Но это называется «я тебе сказал в сердцах», да, ты всерьез это не воспринимай. Я попробую вычленить на текущем круге основной вопрос Елены, как я услышал. Хорошо. Я, с своей стороны, еще добавлю. Я бы хотела услышать ваше, наверное, мнение по поводу ее сновидений. Потому что еще был один из вопросов, где Елена спрашивает, вот этот сон, он мне приснился, это что, это мои переживания?
вот вылились вот такой сон, или все-таки он действительно считает меня виноватым, и вот как-то это вот через какую-то связь мне приснился. Ну, как я услышала. Ну, замечательно, что вы об этом спрашиваете, потому что основной вопрос, который, как мне кажется, Елена нам задала, он как раз об этом. То есть в этом плане мое ухо и ваше совпали на этом, еще раз подчеркиваю, на этом круге обсуждения, на этом круге пояснения, потому что дальше может сложиться такая ситуация по опыту, когда мы что-то по этому поводу говорим, и человек говорит: а нет, на самом деле я, ну, не это важное, важное другое. По поводу сновидений, я все-таки сторонник точки зрения, знаю, что они есть разные, что во сне нам снятся образы людей, и этими образами являемся мы сами. Ну, и у Елены это предположение звучало. То есть она примерно что-то такое высказала: это я сама себе, может быть, я так добавлю, да, посредством этого образа, который я себе приснила, ну, назовем это так, да, я который увидела, я сама себе сказала о собственной вине. Но я сказала это его устами. Ну, понятно, потому что он, возможно, меня обвиняет, только я не знаю в чем. И, в общем, как будто... Но при этом я вклинюсь, этот сон как будто бы хоть немножко дает определенности ситуации. Ну, конечно, да. И в этом смысле он доразыгрывает или после разыгрывает. Я не знаю, такого слова нету. Давайте будем еще и словообразованием здесь. После разыгрывает, да? Что значит? То есть сначала разыгралась в реальности какая-то ситуация, ей не хватает информации, и сон как будто добавляет. То есть он показывает, как... возможно, происходили события. Он там меня ругает, он меня в чем-то винит. Возможно, в том, что я слишком часто к нему обращалась. Возможно, ну, еще вот Елена какие-то такие вещи произносит. Угу. И в этом поиске вины, в чем виновата ли я, да, и в чем я виновата, ну, это одно из, ну, почти немногих объяснений, почему контакт разорвался. Это традиционное объяснение. Я думаю, 10 человек из 10, 9 человек из 10 или 8 из 10 скажут, что если контакт разорвался, то я, наверное, что-то не так сделал. Ну, такие люди, которые привыкли... На себя. Да. Угу. Вот. И Елена в этом смысле действует похожим образом. Раз со мной не хотят общаться, раз меня, так сказать, отодвинули, я, наверное, что-то не так сделала. А что не так сделала? У меня по этому поводу нет никаких предположений. И здесь мы с вами вместе попали в круг предположений Елены, потому что она этот круг нам принесла. Я думаю, что наши зрители попали в этот круг. Ну, они тоже начали думать. Я думаю, что часть зрителей подумали, ну, ситуация-то незначительная, в общем-то, да? Ну, кто-то не взял трубку, но так бывает на работе. Вот из-за чего сыр-бор? И этим вашим комментарием она очень интересна, потому что Елена в незначительности ситуации произнесла очень много интересных других вещей, о которых бы я спросил, но не стал спрашивать для того, чтобы эти круги не увеличивать. Угу. Она начала говорить о том, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. 25 что, лет была возможна. Может быть, надо забыть. Да. Почему надо забыть так быстро? Она как будто ранена очень глубоко. Почему-то она заговорила о том, что он женат и у него дети. Ну, то есть он, очевидно, занят, но он был и до этого занят. Ну, в общем, там есть какой-то еще... Есть задетость. Задетость Елены. И, может быть, это самое важное. Это такой крик, может быть, не столько о помощи, сколько, может быть, о боли. Да? Я задета так сильно, что единственный как будто способ... с этим справиться. Я, во-первых, не знаю, за что ты так со мной. А во-вторых, единственный адекватный как будто способ, и, может быть, поэтому, да, это забыть. Забыть – это, ну, это очень серьезное мероприятие, это покушение. Это покушение. Ну, если я предполагаю, что меня внесли в черный список, значит, меня тоже хотят забыть. И в ответ что-то хочется, ну, возможно, тоже сделать такое же вот радикальное. Ну, тут как в анекдоте, я коротко, да, знаю, что время заканчивается. Нет, по поводу списка. Нам пора прощаться. А, ну все, придется следующий анекдот в следующий раз, да, раз рассказывать. Все, всего, да, доброго тогда. История была очень эмоциональная. Спасибо, Елена, за звонок. Да, спасибо. Всего доброго, до свидания.